Но какое самое лучшее средство от того, чтобы, ну, чтобы вылечиться, чтобы выздороветь? Какое? Живой огурец. Какое самое лучшее средство? Внучок, внучок, какое самое лучшее средство, а? Живой огурец. Нет. Внучок, заходи к бабуле. Заходи к бабуле, внучок. Иди сюда, иди сюда. Внучок, заходи, приходи в гости. Как я давно тебя не видела, внучок. Да твою мать! Это внучок у меня, конечно, дебилый кусок. Как делишь, кирпичички, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой в очередной раз мы продолжим троллить друг друга в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашими предыдущими сериями троллинга. Только благодаря вам и только вам мы продолжаем снимать эту рубрику. Поэтому, ребята, ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий с троллингом. Чем больше лайков мы будем набирать, тем больше серий будет выходить. Да, я с тобой согласен. Согласен. Ты, как обычно, как ты не можешь быть со мной не согласен, да, Жека? Ой, я Жек, что за бомбардировка, бомбардировка? Что это такое? А вот, узнаешь. Мне прям интересно, ну ладно, ладно, давай, давай. У тебя что там за писюны лиственные? Где? Какие писюны? Ладно, все, иди в баню, иди в баню. Давай. Ну что, ребята, добро пожаловать на мой троллинг. В чем будет заключаться его суть? В этой серии не будет какого-то там глобального прям сюжета. Тут будут просто элементы того, то, что мы сейчас с Жекой, с Игорем все заболели. Просто после того, как вернулись с Москвы, у нас у всех температура, кашель, сопли и многое другое, много всяких проблем. Поэтому в этой серии отчасти у нас будет такое, то, что я буду лечить Жеку. Да, я его буду лечить, да, чуть-чуть позже. Я вам не буду рассказывать, что тут именно будет, но тут будут много всяких ловушек. И, в принципе, ребята, вы сами увидите, сами посмеемся вместе с вами. Тогда, когда Жека придет на мой троллинг, и мы посмотрим, как он будет его проходить. Тут будет три испытания. Финальное испытание с таким небольшим роллплеем. Но мы посмотрим. Но давайте сначала пойдем к Жеке на троллинг, потому что мне прям интересно, что он там за самолеты построил. Смотри, башка его торчит, Пойдем к нему, пройдем его троллинг и вернемся сюда, как обычно. Да. Я уже все построил. Жека, я на самолете покатаюсь, да, полетаю на самолетике, да, вот том. Ой, ты, Эдисон, полетаешь. Ой. Я думаю, многие наши подписчики знают, что совсем недавно мы были в Москве, мы туда летали, и, знаете, я хочу такой просто инсайт для вас. Эдисон постоянно ничего не успевает сделать перед вылетом. Эдисон, на этот раз ты забыл купить билеты, ты понимаешь? Как это? Забыл купить билеты? Вот. Офигеть, да, просто. Ты забыл купить билеты, но тебе нужно срочно улететь в Москву. Срочно, да-да-да, давай, быстро, давай, Жека, быстро, времени вообще нету, куда бежать? Что вот, тут? Ой, знаешь, Жека, подожди, я падаю. Мне тут кое-что сообщили. Да жухонный ты бабай, ну. Что ты сможешь попасть в аэропорт, если зайдешь на полицейский участок. Там вроде бы у кого-то есть ключик от аэропорта. Куда я зайду? Полицейский участок? Полицейский участок, да. Вот здесь, зачем мне туда заходить? Ну, чтобы попасть в аэропорт. Жека, сегодня будет грабителем. А, подожди, только Гемо 2 ты должен включить, Гемо 2. Да, Гемо 2. Да, так, я знаю, что я сейчас упаду 100%, вот чекай, Жека, чекай, смотри, опа! Ну давай, чекай, ой! О, я упал. Ладно, Жека, упал. Давай, Эдисон, тебе нужно будет всего лишь найти ключ. Всего лишь? От участка. А меня не посадят, если я ключ найду, открою полицейский участок и... Да, блин, Эдисон, главное в Москву улететь, ой! Охрана в аэропорту очень жесткая, так что... Так, что это такое? Что это такое, Жека, что это такое? Нет, тут ничего нет. Ничего нету? А почему в пещере ключ от полицейского участка? Ты вообще с ума сошел, а, Жека? Ну а кто знает? Ой, все-таки, Эдисон, какой ключ в пещере? Вот я об этом же. Вот нафиг туда пошел, Жека, может ты мне ключ дашь? Может ты работаешь в полицейском участке? Я тут всего лишь, я дух. В смысле, какой дух? Ты что, с ума сошел? Я дух. Дух? Ты дух, да? Ты дух. Как ты меня заколебал, этот дух, как меня заколебал. Жека, дай мне, пожалуйста, ключик. Ну дай, ну пожалуйста. Ты такой слепошарый, Слепошары горишь? Горишь слепошары, да? Да, прям вообще такой слепошарый. Прям вообще, да? Вот прям. Ничего тут нету! Да, тут ничего нет, Эдисон. Ничего тут нет. Что ты меня разводишь, Жека? О, я хочу в самолетик, Жек, пусти меня тут. Ничего там нету! Самый слепошарый человек просто сидит. Ну, давай ищем. Ищем, да? Ключ есть. Я даже сейчас скажу так, он находится в сундуке, то есть он уже... Ага, то есть мне сундук нужно найти, да? Да, сундук.
Может, поищешь? Сундук, ничего, тут нет, никакого сундука тут нету! Так, отстань от меня. Давай, давай, ты справишься, ты справишься. Так, ладно. Я тебе говорю, скажу так горячо, горячо, да. Да? Пошел в сраку. Так, полицейский участок, надеюсь, меня сейчас не посадят. Заходи, заходи, не убивай главного в полицейском участке, там его ключ вроде должен быть. Как я его убил? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Фигачево, фигачево! Давайте я даже дам меч, на меч, дай меч! Сразу бы мне дал, где меч, где меч? Давай, давай, фигачево! Жека, я его убить не могу. Давай. О, карточка выпала, все, Жека, валим отсюда, быстро, быстро валим отсюда. Давай, проходим. Быстро. Ой. Все, Жека, я тут. Слушай, Эдисон, знаешь, ты, короче, маленько опоздал, и вход на посадку уже как бы закрыт. Поэтому тебе придется ехать в чемодане. В багажном отсеке, да? Прикольно, ты придумал, прикольно. Так, Жека, куда мне ехать? Дай мне подсказочку. Ну давай, ладно, допустим сюда. Допустим. Ой, допустим сюда, да? Ой. Видимо, не. Походу, этот багажный отсек уже закрыт, да. Да, что-то не то, Жека. Ладно, давай вот сюда, допустим. Поехали. Ой. Ладно. Сначала хотел поехать по центру, но что-то не то пошло. Ладно, Жека, все. Я понял, куда. Куда. А может тут вообще. Что ты там закрыл? Что ты там закрыл, а? Я слышал. Где дверь была, Жека? Я слышал. Дверь была. Какая дверь? Какая-то дверь была. Дверь какая-то была. Я слышал. Ладно. Поехали. Да, зачем ты поехал здесь? Ну ладно. Куда я. В смысле? Ой, Эдисон. Это все, я поехал. Плохой из тебя багажник. Опа, самолетик. В общем, Эдисон. Надо быстро. Но перед этим, короче, самолет не вмещает очень много веса, поэтому тебе нужно все выкинуть из инвентаря. Прям все. Ладно, надержи. Все. И чемоданы тоже. Какие чемоданы? Нет у меня чемоданов больше. Точно? Да. Я не обманываю, да? Да нету. Пас! Твою-то мать, у меня там ресурсы были для моего троллинга, твою-то мать! Дебил! Эдисон, заходи, нажимай на кнопочку и лети. Слушай, Эдисон, кажется, этот самолет-то не в Москву летел. А куда? В Москву. Ну, с пересадкой просто летит, Джека, с пересадкой. Эдисон, ты, кажется, перепутал самолет. В смысле перепутал? Нет. А как мне туда попасть? Как мне тут самолет, Джека, попасть? Помоги мне. А все. Эдисон, ты уже прилетел. Знаешь, куда ты прилетел, Эдисон? Ну. Ты прилетел в Новосибирск. О-о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 
точку Жека, я полетел обратно. Не-не-не, как бы тут... ну ладно, ладно. Не улетает там все. Я к тебе в гости, да, прилетел, Жека? Да, ты ко мне в гости прилетел. Заходи в дверь, заходи, проходи. У нас вот Новосибирск очень клёво. Я вижу. Вот, Эдисон, ну, передайте, как бы возьми, да, возьми одежду. Жека, я красавчик? Да, прикольно, и отправляйся на, на новосибирские приключения, Эдисон. Заходи. Ой! Это новосибирские! Вас что, медведи по улице гуляют? Да, и монетки какой-то не знал. И монетки кидают. Так, а как... Да, монетки кидают. Они вообще по... Сейчас, подожди. Они вообще умирают, нет? Да-да-да, умирают они, убивай сибирских медобиров, убивай их. Иди сюда. А, эй, сколько их тут, Жека, ты пошел ты в сраку! Давай, я все. Ой, что-то не получилось, Эдисон, давай. Сибирский в Сибири очень сложно выживать, Эдисон, очень сложно. Да я понял уже, да что они балалайками бьют? Жека, даже выбраться, ты вообще ничего не продумал, я выбраться даже отсюда не могу. Все, Эдисон, сибирские педобиры тебя укокошили. Тимон, иди сюда. Я, вот этого я точно бить не могу, Жека, вот я тебе честно говорю, вот этого я бить не могу. Прям точно, вот прям, вот прям, вот смотри, вот смотри, не могу, вот смотри. Да? Да не могу я его убить. Точно не могу. Да не могу, ты дебила кусок, смотри, не могу его убить. Да ладно, ладно. Заколебал, пошел ты в сраку с этими педобирами. Эдисон, на тебе карточку, ты молодец, ты нашел, да? Ну знаешь, чтобы пройти дальше, тебе нужна более крутая сибирская броня. Возьми карточку. Да, хорошо, хорошо, я пошел. Вот, Эдисон, в общем, самолет уже почти заправился, нужно... Вот, Эдисон, беги до самолета. Тебе нужно дойти до самолета. Пошел ты в сраку, а с этими педобирами... Эдисон, педобиры не отстанут, ты должен быстрее бежать к самолету! Беги, Эдисон! Да не могу я бежать, пошел ты! Давай! Да ну! Пока, Жека, иди ты в сраку, не хочу я никуда лететь, я буду дома. Все, пошел ты нахрен, а, дебил. Жека, это нереально пройти, просто нереально. Эдисон, тебе нужно долететь до этого. Жека, я тыпэхнусь, потому что... Поставь здесь спаунпоинт, поставь. Где? Да вот тут поставь спаунпоинт. Эдисон, так что будете сделать очень полегче. У меня, кстати, получалось. Конечно, я вижу, как получалось, тут даже пройти нереально.
Давай, Эдисон, ты справишься. Они, у них просто такой кнокбэк, смотри, я даже не могу вперед двигаться, просто не могу. Давай, Эдисон, ты тут немножко... Да не могу я вперед двигаться, Жека, у них кнокбэк нереальный просто. Он делает тупо непроходимый... Кнокбэк нереальный. Просто непроходимые троллинги. Да они меня выкинули. Давай, 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 ты справишься. Давай, Эдисон. Лично. Один, ты понимаешь, один его даже, убил, я одного даже не могу пройти, я даже, убил, и давай, вот этого, смотри, смотри, убил его, давай. И вот этого Жека, и вот этого я тоже убил, смотри. В следующий раз сделай нормальные троллинги, они вот такие, Жека, которые нереально тупо пройти. Давай, один. Да не могу я даже к одному подойти, ты понимаешь? Все, Эдисон, молодец, ты убил всех педобиров? Выпусти. Вот сюда нужно пройти. Эдисон, кажется, тебе нужно быстрее играть на самолет. Ой, я же полетел. Заходи быстрее, беги на самолет, быстрее на самолет. В смысле, я туда же вернулся. Броню только отдай, броню отдай. Я вернулся туда же, Жека. Да, броню отдай. Все, отдавай. Все, я ее выкинул, Жека. Да, конечно. Да, я его выкинул, все, давай. Заходи, быстро, давай. Заходи, нажимай на кнопку, нажимай. Ну. Нажимай быстрее. Ну. Вот на это попробуй нажать. Жек, у тебя опять троллинг не работает. Ой, наконец-то я на этом самолетике. Слушай, кажется, педобиры оккупировали этот самолет. И мне кажется, ты уже не улетишь домой. Уже не заминировали здесь. Почти все. Жек, я что-то навечно останусь на этом самолете? Нет, а ничего. Кажется, самолет падает, Эдисон. Он... Нет, Жек. Спасите, парашюта нету. Как полетал, тебе понравилось? Да, прикольно, да. И педобиры мне очень понравились, дебила, кусок со своим непроходимым троллингом. Блин, да, получалось, я не знаю почему. Ну, конечно, получалось. Может, в гемоде просто летал, поэтому получалось. Да, конечно, не было. Ну что, Жека, идем ко мне на троллинг? Я готов. Не гемод 2 или гемод 0? А, конечно, гемод 2. Какой гемод 0? Ну все, хорошо. Жека, ты вот прям точно готов, да? Угу. Вот прям на 100%. Угу. Что там пьёшь, Жека? Я молочко пью. Молочко он пил. Смотри на него, молочко он пил. Ладно, Жека, нам надо выдвигаться. В смысле? Да. Ничего там нет. Пошли, Жека. Короче, включай гемод 2, включил? Да. Жека, тут нету прям какого-то глобального всякого сюжета, но небольшой такой сюжет. То, что мы простудились в Москве, как ты знаешь, мы сейчас болеем. А ну давай, сморкни, давай. Вот сделай так. Вот, слышишь, ребят, мы все заболели, давай. У нас температура под 69, поэтому давай, заходи, Жека. Заходи. Короче, Жека, знаешь, в чем была наша проблема? То, что мы в маечке, в кофточке ходили по Москве, а нельзя так, нужно хорошо одеваться. Нужно в коробах, да. В коробах ходить. Поэтому, Жека, давай, добывай кожу. Давай, Жека, добывай. Какие-то неправильные у тебя коробочки считают. Твою там, а Джек, они тоже просто сибирские, понимаешь, не очень сильные. Я понял, сибирские. Они какие-то реактивные. Ой-ой-ой. Давай, Джек, давай, убивай. Я не могу попасть. Так, ты уже двоих убил, Джек, тебе нужно найти сет кожаной броньки. Давай, Жека, ищи, да, где? Ты найдешь, я в тебе уверен, Жека, я в тебе уверен, все будет нормально. Ой, там что-то выпало, не успел забрать. Да сейчас подберешь. Давай, Жека, ищи. Подбирай. И сразу одевай, чтобы башку не простудить. Да блин, сейчас одену. Давай. Он не бьется. Ну вот видишь, что отлагает. Я тоже твоих бить не мог. Дай, Жека, ты где, Жека? Проходим. Что-то как-то здесь совсем нельзя, да залезь. Да нет, туда нельзя залезть. Чё, вот, смотри, бьются, вот смотри, все нормально, бьются. У меня почему-то не бьется. Вот смотри. У меня что-то не бьется. Что-то лаганный какой-то Майнкрафт, Жека, у нас сегодня, в нынешние дни, да? Очень. Да как с одного удара меня бьет? Ну как, Жек? Ну ладно, давай, ищи. Тебе нужно много. Никто не бьется, вообще никто. Да, я шо, виноват, Жека, если они такие. Если Майн такой лагучий. Все нормально, я Жека. Я виноват, да. Давай, Жека. Все. Бей их. А может вещи не только в коробочке, может и в коробках, может еще не где-то есть. Ищи, Жека, ищи. И бей коробок как раз таки. О, вот это бьется. Ай-яй! Ой, ну ты сразу всех не бей, я по одной как бы. Так. Опять не бьется. По ногам бей. По ногам. Бью. По вымеру. Вот, смотри, у меня работает. Смотри, у меня не работает. Ладно, давай, Жека, ищи. Ладно, не оденешься полностью, проблем не будет, просто петушка своего простудишь опять немного, поэтому. Да блин, здесь я. А кого? Я никого не могу бить. Ну ищи сундуки, может сундучок где-то будет. Может, слепошарый Жека увидит где-то сундучок. Говорит то, что я слепошарый.
А, ну я вижу. А, ну вот, давай. Вот, что там? Ботиночки, да? Ну смотри. О, поехали, о давай. Бей. Что-то выпало? О, нормально, нормально, нормально. Выпало, что выпало? Да-да-да. Короче, труселей у тебя просто нету. Просто писюнчик свой простудишь, поэтому... Ладно, Жек, мне кажется, и так сойдет, да? То есть, этот эта штукенция тебе не нужна в трусах. Давай, Жек, проходи дальше, проходи. У меня как бы сибирский писюн, поэтому он не простудит. Проходи дальше, тебе нужно идти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, прыгай наверх, проходи дальше. Да-да. Ага! Ага! Где-то, Жек, Я в лиственном писюне. В лиственном писюне? А зачем ты туда пошел? Не знаю, на рычаг нажал. Ну давай, ладно, спускайся оттуда, Жека. Прыгай, прыгай. Куда ты? Ладно. Ты дурак? Нет, тебе нужно. Ну ладно. Как хочешь. Жека, перепрыгивай давай вот это. И иди дальше. Что-то ты как-то стрёмно прыгаешь, Жека. Там нужно просто с разбега. Кого нужно? С разбега просто нормально как-то. Не-не-не, вот этим прыжком, типа как это. Да твою, там ты что, дурак, Жека? Ну ладно, давай. Да? Да. Ну, думай, Джек, я не знаю, делай, что хочешь. Что хочешь, давай, Джек, давай. Ты меня, мне кажется, обманываешь. Да? Ну, куда ты прыгаешь, Джек? Вот смотри, тебе в дроппер. А, вот сюда. Ай! Понятно, ясно. Куда мне нужно идти, Эдисон, не понимаю. Ну, в смысле? Ну, иди сюда, ну, иди, зайди внутрь и посмотри внимательно, что тут еще есть, Джека? Что тут еще есть? Не знаю. Ну. А-а-а! Нет, только сейчас увидел, заколебал. Что там есть, говорит. Жека, ты там кнопочку просто не заметил. Эдисон, так нечестно. В смысле нечестно? Все честно. Ну, давай, Жека, давай. Я справлюсь, Жека. Ты 100% справишься. Я в тебя просто верю. Я просто верю. Я что-то в себя не верю, но ладно. Ой! Ну в смысле? Жека, ладно, дам тебе подсказочку, тебе нужно туда вниз упасть. Там для тебя есть три подсказки, Жека, три подсказки. Куда вниз? А там, где вот яма между лестницами, там есть подсказочка для тебя, Жека. Да? Да. Думаешь? Да. Давай. Ладно. Давай, Жека, давай. Там есть подсказочка. Яма. Да, видишь, что-то необычное. Ага, вот давай. Давай, Жека, давай. Изи. Просто, ладно, Жека. Ой. Короче, стой тут. Внучок, ща, секундочку. Какой внучок? Мне просто надо подготовиться, понимаешь? Давай. Жека, мне надо подготовиться. Ты заболел, да? Да, Жека, ты заболел, это очень плохо. Но какое самое лучшее средство от того, чтобы, ну, чтобы вылечиться, чтобы выздороветь? Какое? Живой огурец. Какое самое лучшее средство, внучок, какое самое лучшее средство, а? Живой огурец. Нет. Внучок, заходи к бабуле. Заходи к бабуле, внучок. Иди сюда. Внучок, заходи, приходи в гости. Как я давно тебя не видела, внучок. Да твою мать! Это внучок у меня, конечно, дебил. Бабуля, это какая-то лава в доме. А, это просто пол протекает. Внучок, тебе нельзя тыпехаться. Нельзя. Да я просто боюсь в самом начале троллинга. Внучок, иди сюда. А что ты там забыл? Внучок, садись. Выкидывай, снимай, разбувайся. Вот выкидывай это все. Шматье твое современное мод. Выкидывай. Выкидывай, ну чё, в моем доме будто нельзя ходить, выкидывай. Хорошо, на, все, держи. Выкидывай, бабули. Садись, внучок, что будем кушать? Что будем кушать, внучок, сегодня? Давай, не ты, знаю, ты простыл. Вот, бутылочка-то нравится. Бутылочка тебе нравится. Ну чё, мне кажется, нужно горячий чайчик попить, да? Ой, это что-то не то. Подожди. Ай-яй-яй, подожди, внучок. А ты что, бабуля, слепошара немного? А вот чайчик, держи, внучок, держи. Попей чайчика. Вообще, бабуля, проверь, что тут есть. Бабуля наготовила картофанчика, пирожки всякие. Вот, держи, сломай эту хренотень. Поставь, держи, внучок, держи, покушай. Что там такое, бабуля? Ничего, бабуля, не помню. Покушай, внучок, покушай. Бабуля, я умираю. Не кушается что-то. Ладно, внучок, мне кажется, ноги тебе нужно попарить в ванне. Заходи, внучок, в ванну, заходи. Заходи, внучок, в ванну. Заходи. Молодец. Ага. Раздевайся, внучок. Ща мы тебе все пропарим. Ноги, пипиську помоем. Да, я тебе спинку помою, внучок. Внучок. Ай, бабуля застряла. О! Водички, конечно, нету тут. Бабуля и так справится. Бабуля без води... О, смотри, наполняется. Внучок, разворачивайся. Спинку нужно потереть. Давай. О, типа, тереба. Ой, нормально. Внучок, ты куда про...
пропал, внучок! Ты где? Чё-то я не умираю, бабуля! Алло? Бабуля! Внучок, ты вообще с ума сошел? Ты что туда в подвал спустился? Внучок! Бабуля, помоги! Да, бабуля не может! Бабуля, смотри, вот такая слабенькая, старенькая. Ладно, внучок, ща я тебя вытащу. Ай, бабуля сама упала! Ай, бабуля опять упала! Ща, внучок! Ай, да что ты, бабуля такая кривожопая! Ща мы тебя вытащим, внучок! Ай, внучок! Иди сюда! Так, ой, короче, внучок, что мы с тобой будем делать? А ну иди вот, поищи, поиграйся там, бабуля пока приготовит картофанчика, нажарит, хорошо? Иди поиграйся, посмотри там, да, вот, в комнату иди детскую свою. Иди поиграйся там, внучок, посмотри там, я не знаю, что там. Хачапурчики у вас тут, бабуля. Кого? Бабуля, хачапурчики у вас тут. Кого, ты что, дебилки, хачапурчики? Хачапурчики. Чего? Внучок, ты вообще с ума сошел? Ну успокойся. Хачапурчики. Ой, внучок, ты мне, конечно, не нравишься. Вот ты уже взрослый такой, да, молодой, симпатичный. Ну, ладно, фу, не симпатичный. Урод, ну ладно, для бабули ты всегда красавчиком будешь. Но я внуков хочу уже. Внуков хочу. Понимаешь? Правнуков хочу. Понимаешь? Понимаю. Вот что-то странное, потому что не можешь себе ты девочку найти. А вот помнишь вот ту мадаму, вот ты с ней гулял, но что-то послал ее куда-то, помнишь, как она там, как ее там зовут? Подскажи, внучок, как ее там зовут? Не знаю такой мадамы. Да вот эта, с которой ты гулял позавчера, а? Какой мадам? Да, она мне понравилась. Ну, она... Пошли, внучок, пошли за мной. Она, короче, сама пришла. Она... Ой, хачапурчики, реально хачапурчики дома бегают. Иди сюда, внучок, иди сюда. Вот мадама пришла, ты сказала, то, что ты очень стеснительный молодой человек, да, поэтому она готова сделать первый шаг к тебе навстречу. Заходи, внучок, заходи. Она... Стефан, да, Стефан. Кого? Да не. Кого? Ничего, бабуля, ничего. Какой Стефан? Что, дурак, ты что? Гомосек, я говорю, девушка пришла, горит какой-то там... А, ну все хорошо, раз девушка, так хорошо, да. Девушка какая-то там... Дай бабуль, дай бог памяти бабуле, какая-то... Стефания какая-то, да? Знаешь такую Стефанию? А, да. Знаю такую мадаму, знаю. Бабуля тупая, не помню. Вот, короче, вот знакомая твоя, да? Ладно, да, моя знакомая. Молодожены, вы, короче, мне про внуков тут наделайте, хорошо? Нужны мне про внуки, женёк. Я, конечно, смотреть на вот это не буду, тут всякие ваши детские, там, какие-то взрослые уже тут делишки, там, пиписьки, пипипунчики. Вы, короче, развлекайтесь, только чтобы завтра про внуки были, а я пошла. Плохая мадама меня убила. Ай, ну, все, будешь дебилом сам до конца жизни. Ну, оставайся у бабули в хате, я пошла огород копать, все. Бабуля, я с тобой, бабуля. Бабуля, ты со мной, женёк? Женёк, ты со мной? Ой, помогите! Ладно, не понравилось тебе Стефания? Да что с камерой творится? Алло, где я? Подожди. А как мне вернуться? Меня смотри. Прикольно, да, бабуля? Я не могу, мне плохо стало. Очень плохо. Ой, Жека, я не могу на себя смотреть, почему-то мне нужно со стула сесть. Вот так. О, бабуля, вот так будет. Опа! Во! Ой, Жека, ну шо, мне кажется, можно заканчивать уже, да? Я не могу. Говори, бабуля. Ребят, кстати, большой подсвет на этот видос, чтобы мы с Жекой больше записывали троллинга, да? Чем больше Жека будет, тем больше серий будет. Да, женёк? Внучок! Ребят, мне реально очень плохо стало. Я так сильно смеялся, что мне реально очень хреново. Поэтому, да, пишите ваши комментарии, желайте нам скорейшего выздоровления. Вот, и ставьте лайки, если не побулю. Да, ребят, большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Спасибо.